себя вы бы хотели извлечь из этого небольшого воркшопа? Представьтесь, пожалуйста, ваше имя, ваш род деятельности и ваша задача на сегодня. То есть, что бы вы хотели получить здесь? Давайте с кого-то начнем. Самого смелого. По стрелке какой-нибудь. Хорошо, давайте с меня. Меня зовут Анастасия, я веду разные программы личностного роста, ориентированные, но основа их – это йога, хатха-йога, восьмеричный путь развития. И здесь я хочу узнать что-то новое, наверное, да. Спасибо. Меня зовут Борис, я работаю экономистом в банке. Ну так, интересуюсь этой темой достаточно давно. Ну, прям какого-то запроса сейчас нет. Просто какой-то интерес, некое любопытство привело. Ну да. Ну я так и вчера, и до этого слышал про магический театр, поэтому это интересно. Ну да, я путаюсь в определениях. Никакой магии, это мифология. Мифология ведь выступает древней обучающей системой. Собственно говоря, если мы поговорим про античные мифы, то там есть все. То есть путь героя, сценарий жизни, партнерство, проблема выбора. То есть все заложено. И поэтому миф – это самодостаточная обучающая система. И когда мы ставим миф на сценической площадке театральной, то помимо режиссера, помимо тренера, помимо участников появляется еще один игрок на площадке. И это непосредственно миф. И мы с участниками с удивлением наблюдаем, что миф как живой элемент системы, возможно, он даже чувствует, что он самый важный элемент системы, он начинает вносить свои правила и коррективы. И если царю Эгею суждено в Эгейское море нырнуть, чтобы освободить престол для своего сына будущего царя, то человек, по сути, погружаясь в контекст мифа, не может этого не сделать. То есть вся динамика мифа будет направлена на то, что он осознает, почувствует и сделает этот поступок. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Ольга. Я тоже бизнес-тренер, тоже коуч. И вот уже теперь дипломированный трансперсональный психолог. Что ожидаю? Ну вот вы прям первое, что сказали. Очень интересно посмотреть еще одну методику в работе с конфликтами, в частности, когда между двумя собственниками невозможно никаким другим способом, нежели чем так разыграть, вообще примирить их. Вот поэтому мне это интересно. Прям тема. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я сейчас в роли организатора конференции. В принципе, в сферу моих профессиональных интересов входит работа с организациями. Я тоже трансперсональный психолог. Работаю своими собственными разработанными методами. Все, что вокруг происходит, мне очень интересно. А что вы хотели здесь получить сегодня? Смотреть, кто что еще чего делает. Вот так. Хорошо, спасибо. Я вот всем рекомендую, когда до вас дойдет очередь, поставить какую-то, помимо задачи посмотреть, узнать что-то новенькое, интересное, поставить какую-то конкретную задачу, чтобы максимальную пользу отсюда извлечь, потому что пространство интерактивного театра, оно очень такое благодатное. И оно, любой нюанс, любой запрос, о котором вы подумаете, вот мне хотелось бы вот это, да, мне, я буду полностью довольна или доволен, если выйду отсюда через полтора часа, и вот это решу, это унесу с собой. Вот. Ну, наверное, мне сложно вот такую цель поставить, потому что я на этом мероприятии нахожусь в роли организатора, а не в роли человека, который пришел зачем-то на мастер-классы, да, и поэтому я заранее такой цели не ставила, вот просто счастлива, что удалось оттуда убежать и побежать вот сюда. Вот. Это честно. Но поразмышляйте над этим цели. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Сергей Степаненко, я основатель компании Glorium, продюсерской компании. Мы занимаемся играми, мета-играми. Мы продюсируем проект Вадима Демчок, вчера здесь выступал, да. Вот этот большой проект в Киеве, о котором он говорил вчера, в Киеве, да, это вот мы делаем. И, собственно, сегодня у меня будет мое выступление в 16:30, поэтому я сюда попал достаточно случайно, но
выбирая из трех тем параллельных, да, мне показалось интересным оказаться здесь, потому что, ну, суть по всему, то, что вы делаете, это вот, ну, вот ровно то, что нам интересно. Мы собираем разные проекты, разные, ну, я об этом еще расскажу в своем выступлении, вот, и вот интересно посмотреть, что это такое. Спасибо. Меня зовут Елена, я сотрудник коммерческой организации, вот никак не связано с психологией, и, ну, так скажем, этот уикенд для меня интеллектуальный отдых. Пользу не знаю еще, какую я могу извлечь, но, конечно, хотела бы. Для личного развития, как минимум. И наполниться ресурсами, конечно же, и энергией, чтобы снова в бой. Да. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я сотрудник, скорее менеджер-консультант по работе с клиентами, а клиенты бывают разные. Одной крупной компании. Здесь я хотела бы получить для внутренних целей это расширение своей осознанности, скорее для внешних целей, задач, это преодоление барьеров внешних и внутренних. Спасибо. Меня зовут Горянский Виталий. Я в порядке расширения кругозора, интересуюсь разными методиками личностного роста. Совершенно разными, всеми. Хорошо. Мне все интересно. Спасибо. Меня зовут Наталья, я работаю в финансах. Вот, а здесь свою задачу поставила для себя так, что, например, выявить тот миф, в который играю я, и, может быть, его как-то оптимизировать. Ну вот уже хорошо, то есть специфическая задача, это очень важно. Спасибо, что вы озвучили ее. Владимир Майков, я заведую здесь кафедрой трансперсональной психологии. И все, что связано с мифом и играми, меня интересует много-много лет. Так что я здесь за тем, чтобы, оперевшись на силу мифа, осуществить, ну, некоторые задачи, связанные с дальнейшим прорывом. Я почувствую, в каком направлении так это возможно, и попробую. Спасибо. Меня зовут Оля. Уже, ну, я так понимаю, пока без 5 секунд студентка здесь, потому что еще не до конца там. Вот, я зачем? Мне понравилось, кстати, да, наверное, вот преодоление барьеров, я бы тоже как бы вот выделила вот эту цель, да. Хорошо, спасибо. Меня зовут Татьяна, я студентка здесь, работаю в строительной организации, все связано со стройками, с расчетами, но психологией увлекаюсь как бы давно для себя, да, вот, очень все интересно, что связано с личностным ростом, и как-то, почему я сюда пришла, я хочу поменять профессию, поменять жизнь. Интересно, это такой переходный у вас период. Здорово, спасибо. Меня зовут Ольга, я психолог. У Елены не первый раз на тренинге, семинаре, и всегда какое-то чудо происходит. В общем, я жду опять инсайта, хочу прикоснуться опять к какой-то энергии, да. Мне кажется, сейчас мне больше что-то такое подходит от Афины, мне хочется что-то действий каких-то. В общем, жду прикосновения к энергии. Спасибо. Меня зовут Ключников Сергей, я психолог, занимаюсь разными направлениями практической психологии, в том числе психосинтезом, но вот, оказавшись здесь, мне сказали, что здесь будет очень интересно действо развертываться, я решил воспользоваться этим моментом. Спасибо, а кто сказал? Ну, это Веева. Коридор. Коридор, да. Хорошо. Мне так всегда интересно, сказали. Можно спасибо. Конкретизировать тогда. Запрос? Да, запрос. Отлично. Даже нужно. Да, хотела бы поработать сегодня с мифом внутри себя относительно города Москвы и возможность в этом городе более гармонично и радостно пребывать. Интересно. Ну, озвученный запрос уже начинает работать. Хорошо, знаете, мне уже жарко стало. Как в Индии. Я предполагаю сначала показать, как это происходит, потому что все-таки у нас, к сожалению, 1.5 часа, и мы что-то чуть-чуть совсем попробуем. Потом хотелось бы попробовать этюды. Вот у вас же уже была практика на конференции, и вы разогреты или нет? Или не разогреты, и была одна теория? Чуть-чуть. Тогда, может быть, чуть-чуть погрею вас буквально 10 минут.
И если все получится, если мы действительно сможем нырнуть непосредственно в миф, то я планирую совсем маленькую такую мифологическую сцену. То есть она отличается от этюда, потому что я еще раз говорю, есть еще один живой игрок, живой компонент, это сама структура мифа. Покажу я вам наш проект, который шел в ГИТИСе, и называется он «Финансист» по Теодору Драйзеру. Я думаю, классика, возможно, кто-то читал, трилогия желаний, финансист, титан, стоик. И речь идет, собственно говоря, о реально живущем прототипе главного героя. Главного героя зовут Фрэнк Калпервуд. Его прототип Чарльз Йеркс. И Драйзер непосредственно изучал жизнь этого человека. Это финансовый гений. То есть точно так же, как мы дышим воздухом, он дышал трендами, энергией денег, он чувствовал деньги, и он совершает некое восхождение от наемного служащего, гениального наемного служащего к собственнику своей компании, то есть первый переход. И второй переход, он оказывается вовлечен и сопричастен к мировым трендам, таким как в то время это 19 век, конные железные дороги, потом просто железные дороги. И когда в Великобритании было первое строительство метро, то он уже владел акциями метрополитена. И участники, которые погружаются в мифологическое пространство такого хорошего произведения, как «Финансист», они работают с различными запросами, начиная от понимания своих финансовых стратегий и финансовых сценариев. То есть где участки недополученной прибыли, где участки нераскрытого финансового ресурса, где участки неких провисаний бизнес-стратегий или сценариев партнерства. Также и с межличностными отношениями, с отношениями мужчины и женщины. Потому что только у героя, у главного героя разворачивается 4 линии отношений с женщинами. Это его собственная супруга. Это его молодая знакомая, дочка Эдварда Батлера, которая является той особой, которая, собственно говоря, и послужила неким стимулом для перехода Каупервуда на следующий уровень качества жизни. Когда старая система рушится и рождается новая система, и герой вынужден сделать определенный выбор. Но контекст мифологического театра у нас устроен следующим образом. Нет жесткой структуры мифа. То есть наша задача – это не переиграть бессмертные произведения или легендарные мифы. Люди могут, находясь в постановке, сыграть, как вы думаете, кого? Они играют Фрэнка Каупервуда, они играют Эдварда Батлера или кого они играют? Они играют самого себя, и кроме себя никого в постановке мы сыграть не можем. И поэтому все наши стратегии, все наши какие-то моменты непроработок, сложностей, они обнажаются в пространстве. И пространство мифа – это такое пространство некого психологической обнаженки, такое определенное для того, чтобы ты этот проблемный материал отдал в пространство, и потом в системе такого концентрированного опыта, потому что человек за 6 часов постановки проживает целую жизнь. Опыт максимально, предельно концентрированный. И у главного героя, у других героев создается ощущение, что в какой-то момент нужно сделать подвиг, нужно сделать переход. Когда мы зажаты обстоятельствами и другими участниками со всех сторон максимально, а в этот момент наше сознание вынуждено сгенерировать стратегии на новом уровне. То есть те стратегии, те компетенции, которыми мы не обладали, заходя в миф, мы их приобретаем непосредственно на площадке. Это понятно? Я понятно объясняю? Непосредственно в момент работы. И поэтому расширение компетенций, расширение репертуара ролей, изменение сценариев – это не то действие, которое происходит после мифа. Это не некое постобслуживание, или если это компании, или некие коуч-сессии. Это все происходит внутри на самом проекте. Но, чтобы не быть голословной, давайте такой короткий ролик, Саша. Включи нам финансиста, пожалуйста. Смотрим. Можете.
Вообще обычный вопрос, самый первый, как они учат тексты? Ответ на него простой, текстов нет вообще. То есть наша задача таким образом глубоко подготовить героя, чтобы он, все тексты рождались изнутри, то есть через полное проживание этой истории. То есть он действительно, он полностью находится в этом мифе, у него ощущение, что он находится в образе героя, и через архетип героя, через образ героя он играет, конечно же, самого себя. Все те сложности, которые есть у него в жизни, они выйдут в первой или второй или третьей сцене. То есть в самых проблемных местах он не сможет пройти эту сцену. Если помните, здесь была сцена переговоров с миллионером, миллиардером даже города Филадельфии Эдварда Батлера. То есть, а кто это такие? Какие рекомендации? Кто это такие? Никого не знаю. То есть человек должен вести себя настолько ресурсно, уверенно и быть собой, иначе он не... То есть каждая сцена выступает неким испытанием. И если человек не конгруентен в этой сцене, он не может ее пройти, и только полностью в гармонии с собой, полностью раскрыв свои ресурсы, человек двигается от сцены к сцене. Поэтому после 6 часов постановки, ну, некоторые главные герои, конечно, кто-то у нас нервно курил в коридоре и говорил: ребят, ну, надо предупреждать, что все настолько серьезно и все настолько тяжело было. Вот. Но если вопросов нет, то... А в чем задача? То есть что в итоге вот они приходят, все люди, которые пришли сюда? Все люди, которые пришли сюда, они ставят свою личную собственную задачу. То есть кто-то ставит задачу перехода на перевести себя как руководителя и бизнес на другой уровень, да, на другое качество. Кто-то ставит совершенно другую задачу, она может касаться партнерских отношений или отношений в семье между мужем и женой. Различная роль решает различную задачу. То есть очень важно, когда идет выбор ролей, чтобы это четко было, было попадание в контекст роли. Потому что из каждой роли своя собственная задача решается. Но задачи, с одной стороны, они сценарного характера, то есть они глобальные достаточно. С другой стороны, нюансированные задачи, как, например, ну, вот здесь играл мужчина, это руководитель холдинга, такой седовласый, он ставил задачу новые элементы... влияние, недирективного влияния. И во всех сценах его сознание и подсознание решало вот эту задачу. Ну а сцен было много, и были те сцены, где ему было сложно, не только главному герою сложно. Вот. И полностью прожитый и полученный новый психологический паттерн, он уже становится твоим достоянием. То есть не нужно его нарабатывать в жизни, ты его наработал здесь. Дальше он достаточно естественно включается в жизненные стратегии. 6 часов без перерыва? Да, да, без перерыва на сцене. Вообще семинар идет, ну, идет интервью и 3 дня семинара. Первый день идет интенсивная работа, то есть тренинг от постановки задач и элементы актерского мастерства, работы с голосом, партнерская работа, телесные, то есть полимодальная подготовка участников. Такая достаточно интенсивная. Второй день игра, а третий день хорошая очень аналитика, потому что нужно проанализировать, нужно понять стратегии, нужно сделать небольшие вещи, которые будут дотрансформирующими. Ну, то есть как бы это такой цельный продукт. Попробуем что-то немножко. Давайте начнем с этюдов легких. И на этюде изучим такое понятие, как живая игра. Что такое живая игра? Работая с интерактивным театром, мы открыли это как одно из важных понятий и феноменов, которое либо позволит человеку прожить и сыграть миф, либо сделает так, что он может... ну, рационально воспринять его и не прочувствовать, не прожить, не погрузиться. И тогда КПД его работы в мифе совершенно небольшое. Мы сейчас сделаем этюды партнерские. Мужчина и женщина нужны, 2 добровольца. Я могу. Пожалуйста, и кто-то из мужчин.
На меня повернулись, посмотрели, да? А вот выбирай сама себе партнера. Пойдем? Ну, пойдем. Хорошо. Так, куда садишься? Значит, мы вас немножко разведем в пространство. Давайте, знаете, как сделаем? Вот здесь сделаем небольшое сценическое пространство, а мы все вот так чуть-чуть сдвинемся, чтобы была некая площадка здесь обособленная. Чуть-чуть вот буквально назад сдвинемся. Вот этим прекрасным людям предстоит сыграть небольшой этюд, он будет длиться, возможно, 3-4-5 минут. Это этюд без заданного сценария. Он начнется таким образом. Вы разойдетесь как бы вот в разные части сцены. И я вам сообщу каждому какое-то эмоциональное состояние, которое вы будете проживать в момент этюда. То есть ваша задача будет держать это эмоциональное состояние. И из него вы будете общаться с вашим партнером оттуда, то есть из этого чувства будет идти ваша речь или какие-то жесты, или вы, если захотите, потрогать партнера, или наоборот дистанцироваться от него. То есть ваша задача держать чувства, состояние и взаимодействовать с партнером. Родятся какие-то слова, родится какой-то контекст. То есть слово за слово вы будете вбрасывать их в контекст, и будет ткаться ткань сюжета. Понятно? То есть сюжет абсолютно свободен. Любой, да? Любой. То есть мы даже не знаем сейчас, кем вы друг к другу приходитесь. И лучше этого не задавать на момент начала. Вот когда вы войдете, сделаете шаг вот в это мифологическое пространство, которое здесь будет организовываться, тогда оно будет постепенно складываться. Что вам поможет? Элементы живой игры. То есть первое, самое главное. Ну, а вот как вы думаете, что? Импровизация. Начать жест, наверное, который поведет с собой какой-то. Вот смотрите, импровизация, да? То есть, а что это значит? Ну, вот все, что приходит сейчас, да, то да, и да. То, что ты чувствуешь. Да. То есть, где твой подсказчик находится? Внутри себя. Нигде, абсолютно нигде. А чтобы это усилить, самое главное, это контакт чего, как вы думаете? Глаз. Глаз. Обязательно. То есть контакт глаз. Вот чуть-чуть изменилось выражение, да, глаза куда-то ушли, и партнер уже что-то другое чувствует, и вы это ловите. Если вы только на него смотрите, вам это доступно. Иногда, знаете, как бывает в не очень хороших спектаклях, выходят два актера на сцену, играют спектакль под одним названием, но это два совершенно параллельных, совершенно разных спектакля. Так ведь и в жизни происходит. Мы приходим куда-то навстречу, на переговоры, мы не видим, не слышим, не чувствуем другого человека, мы играем какой-то свой спектакль. А у нас задача – живую игру. И там, как говорят актеры, петелька-крючочек. То есть ты сделал шаг, дал петельку, человек реагирует на твой шаг. Это его крючочек. Ты следующий делаешь. Вот вы реагируете друг на друга. Понимаете? Ну, начнем. Итак. Еще раз зовут. Ольга. Ольга. Вас? Сергей. Сергей. Итак, я сообщаю им какую-то одну эмоцию. Наша задача, мы наблюдаем за этим прекрасным действом, и наша задача определить, какую эмоцию играет Ольга, какую эмоцию играет Сергей. Хорошо? Если в какую-то секунду захочется трансформировать эмоцию, там, грустную на хорошую, не грустную, то это можно сделать. Можно фанатично до упора не держать эту эмоцию. Но если не захочется, то не надо это делать. То есть все по-честному. Слышали? Да? Итак, давайте закроем глаза сейчас, небольшое такое включение в роль сделаем. Можно руки опустить, и чтобы тело в симметричную форму имело. Сделайте вдох, выдох. Начните находить это ощущение внутри своего тела, где оно. И следующий вдох сделайте уже в это место локализации этого чувства. Вдох, выдох. Сделайте так, что это чувство начнет вырастать
внутри вас. Возможно, придут в сознание какие-то ситуации, когда вы действительно проживали это чувство. Вы можете мысленно погрузиться в эти ситуации и как бы почувствовать, как реагирует ваше тело, что происходит, как реагируют плечи, спина, лицо, ноги. Идите за этим чувством. Пусть оно сейчас будет вас вести. Еще сделайте вдох, усильте это чувство внутри себя. Мысленно почувствуйте, а как бы звучал ваш голос из этого чувства, из этой эмоции. А как бы ваше тело сделало шаг из этого чувства? И сейчас делаем вдох, на выдохе открываем глаза и заходим в сцену контакт глаз. Ну где ты был? Я возвращался с работы, чтобы встретить тебя. Я тебе звонила 8 раз. Ты ни один звонок не ответил. У нас было совещание, дорогая. Ага, совещание. Но я... Все так говорят, совещание. 8 раз. Иногда и 10 раз приходится звонить, когда телефон отключен. Я же телефон был отключен. Там были звонки. Я писала тебе смс-ку. Ты мог просто мне написать, я занят. Такая ситуация была, что совершенно невозможно. Пожалуйста, успокойся. Я шел, я ждал тебя. Я очень хотел с тобой встретиться. А с кем ты встречался? Ни с кем. Я с работы. Ты же сказал, что у тебя было совещание. После совещания я шел домой. Приехал и шел. А с кем ты был на совещании? Сотрудники. А как их зовут? Ну, неужели ты не знаешь, дорогая, это же было у нас. Анатолий Анатольевич, Ирина Васильевна, Петр Егорович, Вася. Ну, большая команда наша, и мы решали как раз проблемы. У нас новый контракт. Ты успокойся, главное. А дай позвоню Анатольевичу. Можно я ему позвоню и спрошу, ну, просто? Если ты хочешь, пожалуйста, вот возьми, пожалуйста, телефон, звони. Вот давай я наберу. Серьезно, ты с ним договорился уже дальше? Ты знаешь, ну, мои интриги настолько далеко не простираются. Вот позвони другому тогда, я со всеми договорился, всех. Пожалуйста, позвони. Это правда, да? Это правда. И никогда больше так не думай, не предполагай, что я с кем-то собираюсь встречаться за твоей спиной. Я сидел и думал, когда же это чертово совещание закончится, когда же я наконец увижу тебя, когда мы с тобой вместе куда-то пойдем, а ты вдруг так беспокоишься, успокойся. Правда? Конечно. Все хорошо. Прости меня. Успокойся, дорогая. Все замечательно. Давайте немножко обсудим. Как вы думаете, какое чувство играла Оля, проживала? Ревность. Да, единогласно. Да. Сергей, а как почувствовал? Какое она чувство проживала? С первого момента, когда женщина так задает, любой мужчина понимает, что это ревность, но он такая скандальная. Расследование данное, да, такой или тяжелый скандал. Хорошо. Какое чувство играл Сергей? Какие еще версии есть? Мудрость какая-то, так сказать. Спокойствие. Равновешенность. Ага. По крайней мере, пытался вести внешне. Внутренне не знаю. Оля, как почувствовала? Ну, мне очень много любви было, да, чувствовалось. Мне кажется, любовь такой. И Сергей играл? Какое чувство? Ну, я играл чувство любви, конечно, да. Любовь. Как вы думаете, получилось? Да. Да. А получился ли у них вот этот момент чуда трансформации? Состоялся ли переход? Состоялся. А какой ресурс позволил? Ну, кто все-таки отвечал за трансформацию, за переход здесь вот, из них двоих? Сергей. А какие ресурсы позволили ему совершить этот переход? Он же работал только чем? Откуда это шло? Энергия, что еще? Голос. Самое главное, это состояние проживания любви. И
Какие ресурсы ему помогли? Вот помимо ощущения любви, еще какие ресурсы помогли? Спокойствие, терпение, что еще? Знание. Знание. Вот вы сказали хорошо. Мудрость, да? То есть такая мудрая позиция. Спасибо еще раз. Вы первые были. Давайте еще раз поблагодарим. Давайте посмотрим еще один этюд. Есть смелые люди, кто готов прожить вот так, спонтанно? Без подготовки буквально. Давайте я попробую. Давайте. Как ваше имя? Я Виталий. Виталий. И из девушек. Кто готов? Незабываемый опыт будет. Но действительно. Можно, Виталий, можешь выбрать себе партнершу. Да мне как Вася, на все согласен. Ну вот кто ближе, например. Как вас зовут? Я? Да. Вы можете? Готовы? Лен, давайте, вас выбрали. Хорошо. Значит, вы расходитесь в разные части комнаты, и я вам сообщаю эмоции, чувства. Блин, можно Сергей? Итак, закройте глаза, можно опустить руки. Попробуйте сейчас вдох сделать через ладони, через ощущение ладоней. Просто почувствовав свое тело. Выдохом просто наполняете свое тело энергией. Второй вдох через грудь. И выдох тоже полностью по вашему телу. И третий вдох. И вот это вот ощущение, тоненькая ниточка этого чувства, где оно находится. Вы делаете вдох, а на выдохе определяете то место, где звучит это чувство. Где вы его ощущаете? Можете мысленно увидеть контекст ситуации, где максимально сильно можно прожить это чувство. И, возможно, это ситуация в вашей жизни. И сейчас сделайте следующий вдох, и уже через место нахождения этого чувства, усиливая его, пусть оно разрастается, раскручивайте его, помогите ему сами раскрутиться. Представьте свой образ, который полностью охватывает это чувство. И мысленно, как бы вы могли говорить из этого чувства, как ваше тело двигается из этого чувства, как оно, какие участки тела сейчас вы наиболее чувствуете. Сделайте вдох. Выдохом еще раз усилите это чувство, откройте глаза и заходите в сцену. Контакт глаз. Привет. Здорово. Что ты такой грубый? Есть причина. Какая? Я зол на тебя. Что? Просто злой, без всякой причины. Не надо. Может быть, пойдем чай выпьем? Не хочу чай. Почему? Не знаю почему. Что хочешь? Ничего не хочу. Почему? Бывает такое. Угу. Ну говори, что? Нечего сказать. Просто злишься? Просто злишься. Тихо. Тихо, сам собой. Хочешь массаж? Не хочу. Зачем тогда мы встретились? Не знаю, зачем мы встретились. Лучше бы не встречались. Ну, может быть, попозже. Что попозже? Увидимся. Когда все пройдет. Давай попозже увидимся, когда все пройдет. Угу. А когда все пройдет? Ну, когда-то все проходит. Угу. Хорошо.
да. Ну, через полчасика, может. Договорились, да, в этом же месте. Я не могу разозлиться. Хорошо. Поблагодарим вас. Присаживайтесь. Ну, немножко обсудим. Ну, здесь какое чувство было? Злость. Раздражение. А нет, вы... ну я пытался играть, злость, но у меня ее не было. И... Да. Где ее возьмешь, ее нет. И пытался не, в основном не играть, а что делать? Сказать. Отумаю. Сказать, да. Вот это было проживание злости. Не было. Не совсем, не да? Не то, что не совсем, вообще не было, совсем не было, если вот так точно сказать. Чуть-чуть тело, оно немножко давало нам какие-то маркеры злости, конечно, но совсем мало. Нет, ну просто мне сказали сыграть злого человека, и я подумал, как бы это сделать. Нет, но со спины выглядел капризным просто. Ну, наверное, да, я начал вспоминать из жизни какие-то ситуации, когда я был злой. А вот смотрите, злости не было. Что-то пытался изобразить. А какие чувства были? Раздражение. Что еще? Закрытость. Закрытость, да. Отстраненность, да? Это такая капризность, что как бы, если вы говорите, что у меня капризность, да, такая детская некая эмоция. Вот почувствовали ее? Ага. Что еще поймали? Такое недовольство. Недовольство. Отстраненность была и безразличие еще. Вот. Мне кажется, некая лукавство. А вот это вот откуда все? Как вы думаете? Что мы говорили в самом начале? Нельзя сыграть никого. Кроме себя. И вот какой-то материал уже поднялся у нас, да? И вот с этим материалом уже можно работать, да? То есть какие-то отголоски каких-то чувств, эмоций, контекст мифа небольшой совсем. Это уже активизировало. А, Лен, значит, какое чувство играла Лена? Женственность, нежность. Кокетство, игривость. Покорность какая-то была. Женственность. И что-то про соблазнение было, да, мне кажется. Да, нежность. Вот. Нежность. Вот вы угадали, действительно. Ну, это чувствовалось. Чувствовалось? Да, с самого начала. Лен, как вы оцениваете свою игру? Насколько удалось прожить? Ну, трудно мне сказать, потому что когда ты мне это задание, установку эту дала, в принципе, там я дышала, представляла, но я думала, что когда я выйду на сцену, мне придется отказаться от этой роли. Потому что я знала, что я это не смогу сделать. Ну, я тоже самое знала, что не смогу. То есть вот сейчас смотрите, как интересно, чем второй этюд отличался от первого. Я попробовала почувствовать и дать несвойственные им чувства. Потому что все-таки у нас безопасное пространство тренинговое. То есть здесь мы можем это почувствовать, здесь мы можем потренировать. Но доступ легкий удалось вам получить к нежности? Ну да, да. Я же не отказалась. Группа согласна с этим? Да. Очень удерживала? Да. Очень неплохо. И вот этот момент некого подвига. Вы почувствовали это? Вот его запомните. То есть сегодня у вас маленький подвиг осуществился, да? Держать себя сложно, потому что вы все-таки сложный контекст задали ей и удерживать чувство. Да, и достаточно твердый он был, мой партнер, и искренним, на мой взгляд. Мне приходилось, правда, как-то вот уже как в жизни играть. Хорошо, спасибо. Спасибо. Давайте еще раз. И у нас есть еще немножко времени, мы можем обратиться к греческому мифу. Да? Сколько у нас времени? 35 минут. 35 минут, да? Все мы с детства знаем. Вообще греческие мифы, античность, они очень близки к нам по архетипам. Мы знаем их с детства, мы на них выросли, мы проживаем их. И как я уже говорила, миф — это законченная обучающая система, которая имеет свое начало, имеет моменты обучения, трансформации, подвига и имеет свой результат. Мы с вами поговорим о мифе Ясон и Аргонавты. И возьмем самый маленький, но самый сложный момент этого мифа.
когда есть сон, помните этот миф, да? Преодолев много испытаний, достиг наконец-то берегов Колхиды, а он успел пройти Сциллу и Харибду, и очень много он терял своих друзей, он потерял Геракла в какой-то момент, да? И очень много испытаний было на доле Ясона, и из молодого правителя он, действительно, идя шаг за шагом, он возмужал, и он подошел к берегам Колхиды уже измененный. Там его ждал царь Эгет. А целью путешествия было что? Золотое руно. А зачем Ясон шел вот много-много месяцев за золотым руно? Зачем оно ему нужно было? Что он хотел этим руно вернуть? По-моему, там что-то благоденствие, что ли, даже? Ну, действительно, руно – это символ благоденствия, долголетия, и власти королевской, и богатства, и даже, можно сказать, бессмертия. Но зачем ему, именно ему это руно было? Какая у него была мотивация? Когда-то давно его отец потерял престол. И это место престола занял царь Пелий. Он был братом его отца. И Ясон, он по праву правитель, и он действительно стремится вернуть свое звание родовое звание царя. То есть сильная у него мотивация, очень сильная. Он собрал команду. То есть сейчас у нас начинает работать такой феномен, как команда. В команду вошли герои, в нее вошел Геракл, в нее вошел Зет, который видел небо днем как ночью, с зорким зрением. Другие герои, Орфей там был. И он гарантировал команде получение золотого руна. Как вы думаете, может он вернуться ни с чем? А с другой стороны, у нас царь Эгет, это царь золотого государства Колхида, очень богатого. И руно не было завоевано им, это был подарок богов. И руно, оно охранялось, и оно находилось на Марсовом поле, его, если помните, мифический дракон его сторожил. И как вы думаете, готов он вообще отдать это руно? То есть мы видим столкновение двух интересов и двух задач. С одной стороны, молодой Ясон, которому руно нужно, действительно, у него очень великая мотивация. С другой стороны, Эгет, который это руно получил по праву и совершенно не собирается с ним расставаться. У Эгета есть дочка Медея. Медея, она кто? Она волшебница. Волшебница Медея. И здесь мы с вами сталкиваемся с проживанием архетипа волшебницы. И доступ к этому архетипу есть в каждой женщине, но в какой-то он является ведущим архетипом, а в какой-то спящим архетипом, у кого-то он раскрыт, ну, как бы на разную степень, да, это архетипическая энергия. И как вы думаете, какие шансы есть у молодого Ясона вообще заполучить золотое руно? Никаких. Вот и какие стратегии может предпринять молодой Ясон, чтобы действительно получить руно, да? То есть, как бы, ну, вот можно попробовать посмотреть разные стратегии. Итак, попробуем этот сюжет поставить. Готовы? Есть четыре роли. Две мужские и две женские. Женские роли – это волшебница Медея. И уже сразу думаете, кого вы бы хотели сыграть. Есть роль безусловной ценности – это золотое руно. Золотое руно – это нечто божественное. Когда человек говорит, вы знаете, я так уже устала доказывать свою ценность в жизни. Вот я есть априори нечто ценное, и я есть априори божественное. И это роль вот про это ощущение. И это роль про непредвзятое отношение к происходящему. И подумайте о том, кто бы хотел сыграть золотое руно. Роль царя Эгета, золотого царя, умудренного опытом и в статусе, во власти, у него есть, собственно говоря, все. И это роль мужчины,
мужчины в определенном возрасте достаточно гармонично архетипически проработанного. То есть в нем есть архетип правителя, который, безусловно, в нем лидирующий, в нем есть и архетип воина, в нем есть и архетип мага-волшебника. Да? То есть достаточно такая хорошая гармоничная архетипическая картина. И еще одна роль, и это роль главного героя, это роль Гессона, это роль молодого становящегося правителя, это тот человек, которому архетип правителя очень нужен. То есть он раскрывается, он начал раскрываться, он еще не вступил в свою силу, но именно трансформация, раскрытие архетипа правителя. Вот. Давайте сделаем сейчас некий такой ритуал магический, выбор ролей, мы все встанем. Потому что момент важный, момент такой сакральный. Мы встанем и посмотрим друг на друга. С какой роли начнем выбор? С главной. Мужской? Не знаю. Что за главное? Руно, наверное. Руно. Про него же вся история. На роль Руно. Ну да, золотая. Давайте выберем роль хозяина пространства, давайте выберем роль правителя, давайте выберем роль царя Эйета. Посмотрите на присутствующих здесь мужчин. Так, Владимир так заканчивает. Если вас выберут, вы готовы? Давайте. Кто-то снимать будет качественно. Четверо мужчин у нас все прекрасные, достойные. Посмотрите, как они по-разному звучат архетипически. И в том мужчине, в котором вы чувствуете максимальное проживание архетипа правителя, которому мы доверим сейчас быть, прочувствовать эту роль правителя, потому что он будет нам давать энергию правителя, транслировать ее в пространство. Мы к нему подходим и кладем ему руку на плечо. И все, делаем шаг вперед. Все. Подождите, нет, и стойте там. Положите руку и стойте, потому что момент такой неторопливый. Почувствуйте распределение архетипов, можете постоять рядом с человеком. Перейти к другому, чтобы почувствовать. Нет, не перейдем. Смотрите, считаем руки здесь, 5, а здесь... Больше монолога. Владимир, мы вас поздравляем. Вы царя Эйета играете. А может быть, вы возьмете камеру, раз вы уже... Хорошо. Теперь у нас осталось двое замечательных мужчин. Посмотрите на него. Архетип молодого героя, который решился пойти в путешествие. Это не физиологический возраст, это именно возраст души. И идет раскрытие через испытание становления архетипа лидера, правителя, будущего царя. Вот посмотрите на них и давайте определим, кому мы с вами доверим сыграть роль Гессона. Все, делаем шаг вперед, подходим и кладем руку на плечо. Хорошо, давайте посчитаем руки. Здесь сколько у нас? 6, 6, 6. Ну, согласны? Мы вас поздравляем. Хорошо. Теперь подойдем к женским ролям. Роль волшебницы Медеи. То есть архетип волшебницы – это доступ к сакральным знаниям. Это доступ к таинствам природы, к таинствам мира. И в то же время это сильная женская энергия. Это действительно такая женская энергия, это мудрая женская энергия. И вот какое-то таинство в этом содержится. Посмотрите на девушек прекрасных, кто здесь присутствует. Найдите максимальное проявление архетипа волшебницы. В ком вы его видите, в ком вы его чувствуете, проживаете.
И когда вы решили, вы нашли этого человека, делаем шаг вперед, подходим к нему и кладем руку на плечо. Отлично. Так, здесь сколько рук? Вы сюда положили, да? Ага, здесь. Мы сюда положили. Да, да, да. Мы сюда положили. Мы тогда поздравляем вас. Настя. И роль безусловной божественной ценности в данном случае — это артефакт, это золотое руно. Посмотрите. Может быть, у кого-то заявки есть, кто-то хотел бы прожить, можете так обозначить себя. Потому что роль отличается от нашего обычного состояния, которое мы в жизни испытываем. Посмотрите друг на друга, кто, в ком вы чувствуете вот эту безусловную энергию, безусловную ценность, золотое руно. И делаем шаг вперед, подходим к этому человеку и кладем ему руку на плечо. Спасибо за комплимент, лучше сейчас. Хорошо живется? Как он с папой живется? Как на стеной. Хорошо. И золотое руно. Оль, почувствуй, займи свое место. Вот как ты чувствуешь, да? Где ты находишься? Где ты находишься? Ну вот все-таки вот где-то рядом с ними. Вот там королевство. Смотри, с какой стороны, куда у тебя ощущается, к кому принадлежность, если она вообще есть. Так, мне нужен стул. Пожалуйста. Начать эту сцену стоя, то есть будешь заходить к ним, да, то есть пока вот просто стоя, и чуть-чуть подальше. Это немножко сдвинемся, и ему немного дадим место. Хорошо. Закроем глаза, еще раз прочувствуем всю канву мифа. Закрывай глазки и представь, что ты плыл достаточно много месяцев, у тебя команда, ребята устали. Столько прошли испытаний, и была некая потеря людей в команде. Но ты гарантировал своей команде золотое руно. И вот последняя точка, крайняя точка путешествия. И ты должен взять золотое руно. И тебя там ждет
твоего возвращения ждет брат отца, который явился неким самозванцем, и в свое время он сверг отца с престола, и тебе нужно вернуть престол. И там тебя ждет твой город, твое государство. Вот твоя цель, твоя мотивация. Мысленно увидьте, как выглядит ваш герой, сколько лет вашему герою, как одет ваш герой, чем владеет ваш герой, какой путь он прошел. Почувствуйте свои самые сильные ресурсы, ваши ключевые качества. Какой вы герой? Как может звучать ваш голос? Какую энергетику вы проживаете? Какой архетип ваш ведущий сейчас? Как чувствует себя ваше тело? Что для вас важно в жизни, а что не важно? Есть ли у вас подданные? Какие у вас отношения с подчиненными, с другими людьми? Сохраняя все это ощущение, делая вдох, на выдохе откроем глаза и заходим в сцену. Вход к царю и ветру. Так это царь, в смысле, который самозванец или что? Нет, это царь, который владеет золотым руном, я просто послушал, за которым ты приплыл. А, я понял. И мне нужно давай просить. Еще раз. Вот, да. Вот здесь вот все обсуждение. Ты уже как-то вот включись, хорошо? Угу. То есть ты плыл много месяцев, у тебя там команду заключали, да? То есть вы плыли за золотым руном, корабль был для этого построен. Там когда-то твоего отца свергли, ты должен вернуться назад, предъявить золотое руно, оно вернет тебе титул правителя. А руно у царя Иета. Я вижу его. Все, заходи. Царь, я пришел к тебе попросить руно. Как зовут тебя, чужестранец? Меня зовут Есет. Ясон. Ясон, да, прошу прощения. Оговорился, царь. Ну, золотое руно – это высший дар. Я понимаю. Нужно заслужить даже обращение с просьбой о созерцании. Что я должен сделать? Ну, расскажи о себе, расскажи о пути своем, расскажи, зачем тебе золотое руно. Я долго шел сюда для того, чтобы получить золотое руно. Оно мне нужно, чтобы вернуть в себе высшую, поставить все на свои места, чтобы справедливость, короче говоря. Этот вопрос должен решить наш главный оракул, который услышит голос богов, и только следуя этому решению, как мы следовали всю свою жизнь, правя этим царством, мы можем дать себе ответ. И где же он, оракул? Завтра вечером состоится ритуал, и мы запросим голос богов. Я буду ждать. Жди. Хорошо. А выходим из сцены ненадолго. И наступает завтрашний вечер. Состоялся ритуал. И вот я опять явился, кстати. Я вовремя пришел, ритуал готов? Да, ритуал скоро состоится. Ритуал состоится, во время которого мы запросим голос богов. Но тебе придется пройти испытание. Я готов. Для того, чтобы присутствовать. Ты должен доказать, что ты достоин этого. Хорошо, я готов. Ты должен проявить свои качества, на которые ты претендуешь. Царские качества, которые ты хочешь вернуть. Я готов их проявить. Пожалуйста, проявляй. Докажи нам, расскажи нам что-нибудь. Ну, что я могу вам рассказать? Я сын царя, которого незаконно свергли. Всех царей когда-нибудь свергают? Сколько историй я об этом слышал? Все мы умираем, да? Это понятно. Как ты думаешь, дочь? Я думаю, что этот царь должен проявить свою силу и сразиться с нашим тигром ручным, домашним тигром.
Насколько он сможет проявить свою доброту и приручить этого тигра, не убив? Но уже десятки людей не прошли это испытание. А что делать? Если он настоящий царь, и он сумеет доказать это, тогда мы отдадим ему руно, чтобы он правил. Готов ли ты приласкать ручного тигра Медею для того, чтобы показать ему свою безмерную любовь и завоевать через это золотое руно? Ну я же не дрессировщик, если бы ее, другое дело, тигра... Не знаю как. Что ты можешь мне предложить? Что я могу тебе предложить? Да. Я могу предложить тебе дружбу. Класс, будем дружить в Фейсбуке, хорошо. А что Руно чувствуешь? Как ты чувствуешь? Ну, я чувствую, что никто мне не собирается отдавать. В общем-то, я такая ценность, да, что вообще, ну, надо очень сильно постараться, чтобы вообще получить такое право. И отсюда такое ощущение, что, ну, эта ценность вообще может перейти только человеку, который может заботиться об этом, которому по-настоящему это нужно. И, ну, это должен быть такой высокий уровень, что ли, силы, ответственности, да, то есть такой какой-то человек-правитель, да. Ага. А в каком архетипе у нас сейчас главный герой? Ребят, ко всем вопрос, в каком архетипе он? В архетипе принца, я так чувствую, да? То есть такой, ну, начинающий, что ли. В архетипе Галимова. В архетипе бродяги? Галимова. Иванушка дурачок? Или в архетипе принца такого немножко? Капризного, со снятием ответственности? Ну, принц, мне кажется, чувствуется, да, такой, дайте мне... Потому что я клёвый. Ну вот как-то так. А как, Владимир, как вот царь чувствует вот отношение сейчас к нему? Ну, плохо просит. Не убежден пока. Мы храним, наша семья хранит золотое руно для высших целей. Мы хранители этого величайшего сокровища, которое, если куда-то будет передано, только на осуществление высших целей. Пока мы этого не чувствуем. Не так ли, дочь моя? Да, нет ощущения, что это руно нужно. Нет уверенности в словах. Не ощущается. Не знаю, как вам это доказать, товарищи. Хорошо. Виталий, вот спасибо. Давай сейчас со стороны посмотрим. Вот, Сережа, весом. Вот у нас еще один весом. Давайте попробуем еще раз. И смотрите. Как вы думаете, еще такой вопрос, вообще живая игра была сейчас, вот в этой сцене, предыдущей? А по каким критериям мы определяем, что ее не было? По каким критериям? Что было здесь и чего не было? Ну, по критериям, было ли что-то настоящее, ну, как вот, я не знаю. Включенность в роль. Да, вот проживание, да, чувство проживания роли. А была игра друг в друга или была какая-то вот параллельная игра? Параллельная, да, то есть они как будто бы не чувствовали друг друга, да, не играли друг в друга. И еще важный вопрос, вот Владимир играет царь и Ед, в каком он архетипе, какого царя? Мудрого. И еще какого? Отстраненного. Доброго царя. А у царя еще есть такая теневая сторона, такой ужасный отец некий, который, если, ну, как он вообще мог посягнуть на святыню, на золотое руно, да, и вот здесь вот можно было прогнать его, да, то есть как бы недостойно, он зашел, он не поздоровался, он не оказал никаких почестей, он не принес никаких даров, да, то есть как он к статусу обратился. То есть вот такой момент. Можно еще теневой аспект пройти? Я это почувствовал, мне это не понравилось. Но он слишком мудр, чтобы проявить, да. А можно сейчас еще вот дать чуть-чуть энергии. Смотрел сверху вниз. Вот. И волшебница Медея тоже, посмотри, то есть можно и теневые аспекты проявлять. То есть мы сейчас, наша задача полностью прожить архетип. Не надо никого жалеть. То есть когда мы начинаем жалеть другого героя на площадке, мы как бы... не додаем энергии, и не происходит вот эта вот живая игра. Поэтому вот сейчас так вот уже более безжалостно, прям чувствуете,
и искренне. Ну, так вот я понимаю, что игрой настроена. А там, значит, по сюжету любовь к дочери предполагается со стороны Ясона? Он ее забирает, как бы? Он ее забирает, и она ему помогает. По сюжету так, как у нас развернется. То есть, если пока ты его не полюбишь, не ходи за ним. А если он сейчас тебя влюбит, вот такая маленькая, ну, мифологическая влюбленность, ты что-то почувствуешь, тогда можно уже пойти в эту линию. Хорошо? Еще раз закрываем глазки. Сергей настраивает. Вы Ясон, молодой правитель. Мотивация. Вы долго плыли за золотым руно, и действительно вам очень тяжела эта поездка была, вы измотаны, но вы гарантировали получение золотого руна команде, и вы его возвращаете, возвращая свою честь королевскую, свой престол. Царь Ед, вы наслышаны о его богатстве, что у него дочь волшебница. И вот здесь задача таким образом поговорить с царем, да, провести переговоры, чтобы царь или, возможно, волшебница или руну саму захочет пойти за вами. Заходите в сцену. Великий царь, меня зовут Ясон. Я приехал из дальнего царства, дружественное к вам. Я очень много слышал о вашем богатстве, прекрасной дочери, которая живет здесь. Я хотел бы обратиться к вам с очень важным разговором. Можно? Обращайтесь, пожалуйста. Мы преодолели очень большое количество опасностей. Наше царство сейчас находится на очень большом подъеме. И наши прорицатели сказали, что сейчас надвигается очень грозная опасность и на ваше царство тоже. И мы хотели бы предложить вам дружественный союз вашему царству, чтобы оборониться от злого завоевателя, который двигается на нас с запада. Но для того, чтобы вот эта защита состоялась, требуется мощное такое магическое действие. И мне хотелось бы предложить такой план, который родился у меня во время путешествия, который подсказали жрецы. Мог бы я озвучить этот план, великий государь? Озвучить план можно, но ты умеешь читать по-гречески? Я умею читать на разных языках. Ты читал надпись перед входом в тронный зал? Руно не просить, все равно не отдам. Я знаю, что такая надпись висит, я его читал. И великий умудрый... Тем, кто спорит с царем, наказание. Я не спорю. Давай его тигром тоже скормим, надоел уже. Тебе надоел. Он сказал, что... Упертый какой-то, вообще, да? Он, представляешь, папочка, он сказал, что у тебя прекрасная дочь волшебница, даже не посмотрел на меня. Не посмотрел. Давай тигром его! О, дорогая волшебница, ничего прежде чем посмотреть на тебя, я должен спросить разрешение у отца. Не знаю, нет. Я не должен нарушать этот уже... великий обычай. Пусечка уже голоден. Отец может прогневаться, и если я буду дерзко просить, то отец может действительно послать меня. Я чувствую сильный гнев. Каждый раз, когда меня просят руно, каждый раз, я руно единственное, что есть у меня, кроме Медеи, и страны, и подданных, и золота. Я не прошу руна, я пришел предложить дары. Возьми, пожалуйста, наши дары. Вот. Они очень дорогие. Положи их туда, это золото. Они очень дорогие тоже. Мобильный телефон. Айфон. 6-й хотя бы. 8-й. Тебе нужен 6-й, дорогая? 8-й, что ли? Есть 6-й iPhone. В нашем царстве для Медеи. Это 8-й. Да. Обязательно сделаю, потому что... Это что, Китай, что ли, у вас? Это не Греция? Мы связаны с Великим Востоком. Итак, дорогой господин. Он меня развеселил немножко. Итак, забавный вообще такой. Дорогой государь и чудесная дочь, можно я буду на нее иногда смотреть и обращаться к ней? Ты разрешаешь? Разрешишь, чтобы он...
что-нибудь мне интересное сделаем. Мне как-то немножко скучно у нас, Руно, оно такое властное. Мне хочется вот погулять со зверушками и потворить волшебство где-нибудь. Отпусти меня с ним погулять, может быть, он меня развеселит. Ты разрешаешь, великий царь, хотя бы на короткое время, я доставлю твое сокровище в целости и сохранности. Поверишь мне? Она настолько прекрасна, настолько мудра, и она не всегда имеет возможности проявлять свои чудеса. Мне хочется рассказать в нашем царстве о такой чудесной волшебнице. Я возьму с собой тигра. Возьми тигра, на всякий случай. И гуляйте здесь. Пойдем, дорогая Медея, с тобой. Пойдем. Помните. Как тебе здесь живется? Расскажи. Расскажи, как тебе здесь живется. Ой, скучновато мне живется, да. Не хочу путешествия, приключения, но как-то вот. Отец себя отпускает в это путешествие. Нет, он беспокоит. А почему? Провожатых нет достойных. Вот со мной есть игры, а больше никто со мной не играется. Я хочу творить чудеса, творить добро людям. И что бы ты хотела больше всего? Вот твоя мечта, твое самое такое вот сокровенное желание. Отправиться в кругосветное путешествие на своем корабле. Круизный лайнер «Арго», да? Я не знаю, о чем ты, наверное, да. Ну что ж, мое желание может быть удовлетворено, и в нашем царстве, в которое я хотел бы тебя пригласить, у тебя будет возможность проявить себя по полной программе. Ты можешь творить чудеса, ты можешь открыть курсы волшебницы. Лучшие женщины будут учиться у тебя. Ты станешь самой известной царицей на континенте, самой известной волшебницей. Я хотел бы тебе это предложить. Я ответственный мужчина. Я говорю, что это приятно. Тогда я тебе расскажу секрет, который нужно тебе сделать, чтобы заполучить Руно. Ты должен прийти к отцу, встать на одно колено, попросить мое сердце и руку и предложить пол пакета акций твоего царства. И тогда он, скорее всего, даст тебе Руно в пользование. Разрешит, да? Я думаю, ну что ж, да. Я очень тронут этим признанием. Я очень тронут тем, что ты доверила мне этот секрет. Я постараюсь сделать тебя счастливым в своем царстве. Мы возьмем с тобой Давайте тигра. Закончим на этом этюд. Сергей, садись вот сюда, рядышком. Как вы почувствовали? Удалось Бессону вот в этот раз как-то лед тронулся? Настя, к тебе вопрос. Возникло ощущение симпатии к нему? Или желание помогать ему? Ну, когда мы прогуливались, да. Угу. Почему? Что в нем такого? Ну, он был заинтересован мной, он спрашивал, как мне, что я хочу, и предложил именно то, что мне действительно в душе очень отзывается, и почувствовала доброту. Его. А как ты ему поверила? Да, то поверила. Какие качества, какая энергетика у него такую симпатию вызвала? Или доверие? Заинтересованность моими желаниями и доброта. Хорошо. Как царь оценит Ясона? Ну, для начала ничего. В общем-то, он один из, может быть, очень немногих, которые вызвал мое благорасположение. Я даже доверил ему дочь. Спасибо. Что в нем было? Как он звучит? В нем было реальное царское достоинство, такое и глубинное спокойствие. В нем было такое прямое обращение, которое я почувствовал, которое я ценю, как к равному. Царский архитект. Я почувствовал в нем, да, конечно. Да, он взрослый. А чего ему не хватило или не хватало в начале? Как оцениваете? Такой момент был небольшого провисания, и вы готовы уже были его тигром перепоручить.
вот что эти были за нюансы, вот попробуйте сейчас почувствовать. Ну, очень такая развесистая вещь такая была, сеточка, которая вот строилась манипулятивно. И, конечно же, любой человек, который живет такую жизнь, как мы, он ее сразу же чувствует. Много было слов, обрывает. И мало за ними энергии было. То есть слова, слова, слова. Чувствовалось, как будто маркетинговый ход. То есть вот этот момент, я хочу проиллюстрировать, что вот живая игра потерялась в этот момент. У нас иммунитет к дипломатии. Оля, как оцениваешь Лисонова из «Золотого руна»? Ну, про вот этот момент, который мы обсуждаем, что не хватило чуть-чуть уверенности, может быть, в себе, да, какой-то... Твердости. Да, ну, как сказал Владимир, может, что-то, чтобы что-то за спиной стояло, да, такой вот, ну, вот именно уверенности, уверенности в себе как-то, что-то про это. И вот из роли руна очень важно, да, такой... Ну, ощущение было, да, то, что ценности, кому попало, не достаются. И что, ну, всякие материальные блага или волшебности, или всякие какие-то преимущества могут прийти только к человеку, который что-то сделал уже для этого, да, как-то сам устойчив, да, и много готовности внутренней. Это важное такое ощущение. Как некий закон такой. Да, да. Ну, у меня сразу какие-то материальные ценности, да, то, что деньги большие, никогда не приходят к неуверенным людям, да, к людям, которые ничего не хотят делать, например, да, или не на 100% вкладываются даже. Вот так. И последнее слово главному герою. Где удалось, где не удалось доиграть? Ну, я вначале намеренно некое такое положение снизу попытался, так сказать, изобразить, потому что если я слишком нагло бы сказал: «Царь, давай, так сказать, да, свою подругу», то здесь уже говорилось о гневе, о скормлении тиграми, и, в общем-то, не хочется, да, попасть даже в пасть бумажному тигру. Поэтому я как бы снизу попытался, но, может быть, это выглядело и как неуверенность такая, но, в принципе, я готов был дальше приводить все новые и новые аргументы, хотя понятно, что обещал, не значит, женился, но, тем не менее, я готов был предлагать какие-то царю торговые вещи. Я смотрел вначале на него, хотя, может быть, надо было, конечно, посмотреть и на невесту, но я придумал сразу же вот этот... Дочь царя, как у невесты. Да, будущее. А вот, Сережа, ты сам где почувствовал, где чуть-чуть не доиграл, что-то не хватило? В начале или в конце, или вообще? Во всем, на всем проекте. Нет, ну, наверное, можно было более цельно, более все-таки, наверное, напористо, хотя вот я решил так, ну, осторожно с подступом, так сказать, тем более царь отправляет тебя. Вот. Наверное, надо было более напористо и с самого начала включить все-таки, значит, царскую дочь в игру. Можно было обратиться и к руну как-то. Вот. Но не, не использовать этот ресурс руна, хотя я хотел, если он не давал бы, я бы тогда, так сказать, обратился к нему бы как к источнику силы и сказал бы, что сила в настоящий момент там. У меня был такой план предложить, что сила только в нашем царстве, и, значит, только наше царство может оборонить это, значит, ну, вот, от завоевателя. Поэтому мы готовы отдать половину нашего богатства, но при перемещении магической силы туда. Да, вот смотрите, вот здесь вот тоже такой важный момент, иллюстрация. Почему потерялась живая игра? Потому что он предлагал заранее в голове спланированный план. В этот момент он не чувствовал главных героев, и в этот момент как раз было вот именно вот этот момент, как бы, провисания контакта. Это уже на жизнь переносится. И только в момент, и это не позволило увидеть и раскрыть ресурс руна, потому что еще один контакт мог бы состояться, но вот это вот заранее план, да, придуманный, он как бы зарубил, потому что энергетика там держалась, на плане. А вот он, еще один живой человек, да, еще один игрок. Вот. Ну, я хочу их, давайте их поблагодарим. Спасибо, можете не рассказывать. Вот. И буквально последнюю минуту мы завершаем наш мастер-класс. Значит, если будет интересно посмотреть видео про интерактивный театр, я вам могу, да, данные оставить. Сайт официальный. Академия.org. Академия.org.
и просто в поисковике вы можете ввести «Академия ментальной эволюции человека», прям в Яндексе выводите, и на первой строчке будет «Академия ментальной эволюции человека наша». Или канал Ютуба Елена Гробарь. Вот видео, если хотите посмотреть, они прямо на канале Ютуба находятся. Там есть графа «Обучающие видео». То есть это не просто ролики, там трейлеры, хотя они тоже сами уже обучающего характера с постановок. Это еще и мастер-классы, которые выложены для вас в свободном доступе. То есть можете смотреть и пользоваться. Все, спасибо вам большое. Спасибо.